Здравствуйте, все, кто нас смотрит. В эфире очередное заседание дискуссионного клуба телевидения Казанского федерального университета. Я ведущий этих заседаний Юрий Алаев. И сегодня мы обсуждаем, можно сказать, традиционную тему, но тему, которая имеет неожиданные повороты и обострения на каждом этапе развития современного общества или любого другого общества. Речь идет о месте религии. О месте религии в обществе, например, в умах и сердцах молодежи. Понятно, что мы живем в эпоху всепроникающих информационных технологий, массовой культуры. И я думаю, вы со мной согласитесь, что кумиры сейчас творятся, да, вопреки завету «не сотвори себе кумира», едва ли не еженедельно, если не сказать ежечасно. Одни приходят, другие уходят, возникают новые. И те ценности, которые в историческом вчера казались незыблемыми, вечными, им как будто уже и места нет в современном мире. И с чем идти по жизни? Как жить? Вопрос совершенно не праздный. Есть еще один повод для сегодняшней встречи, для обсуждения, то, что журналисты называют оперативным поводом. Некоторое время назад, ну, достаточно большое уже, правда, время, ну, где-то в феврале, да, если мне память не изменяет, в КФУ прошла Всероссийская конференция молодых ученых, магистрантов и так далее, на тему религии и наука, трансформации религиозности в модернизирующемся обществе. Вот это вот второй блок вопросов, которые хотелось бы сегодня обсудить, и я позволю себе представить участников сегодняшнего заседания, сегодняшнего дискуссионного клуба нашего разговора. Это организатор упомянутой конференции, заведующий кафедрой религиоведения Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ, кандидат философских наук Артем Павлович Соловьев. Вот очень он приятно, дальний от меня. И два священнослужителя, представляющих сегодня здесь у нас, ну и вообще по жизни представляющих, да, две ведущие в нашей республике конфессии. Рядом со мной настоятель храма святителя Николая Чудотворца, да, это Константиновка, я на всякий случай уточню для тех, кто захочет приобщиться. Старший преподаватель кафедры богословия и философии Казанской православной духовной семинарии Александр Сергеевич Данилов. Очень приятно. В церковном именовании отец Александр. Да. Я, если позволите, так и буду к вам обращаться. И доцент кафедры религиоведения того же института, Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ, Рустам Минхайдарович Хайрулин, имам хатыб мечети Гейли. Рустам Хазрат? Да, более привычно. Так и будем, да. Значит, Рустам Хазрат, отец Александр, и вот Артем Павлович, к вам уже по имени-отчеству. Итак, это наши участники, и прежде чем перейти к основной тематике, да, обсуждения, вот о которой я упомянул, или как сейчас принято говорить, обозначил, да, в начале, во вступительном слове, два небольших уточнения. И вопросы к вам, Артем Павлович, как к организатору вот конференции о религии и науке и месте религиозности. Почему для молодых вот такое ограничение Всероссийской конференции, но молодых? Нельзя было снять возрастное ограничение? Вы опасались, что придут какие-то, если всех допустить, ортодоксы, и что-то там пойдет не так? Спасибо за вопрос. Да, есть моменты институциональные, которые определяют необходимость выделения молодежных конференций. Есть моменты содержательные. Дело в том, что конференция традиционная для кафедры, она проходит не первый раз, при этом второй раз. Этим названием до этого были схожие, но вот как регулярную с повторяющимся названием решили возобновить. Что касается молодежи, то зачастую молодежь более погружена в
эти самые трансформации в эту модернизацию. И в содержательном плане в конференции участвовали опытные профессора и руководили секциями, также преподаватели кафедры, которые уже к молодым ученым даже формально не отнесешь. Но именно они были теми, кто смотрел на то, как работает с этими трансформациями молодежь. Вот это вот важный момент выделения. Понятно. То есть проблема не в конфликте научных школ, не в конфликте отцов и детей. Все обословлено регламентами министерства, да, требованиями проводить отдельные мероприятия для молодых ученых, ну и содержательный какой-то. Ну да, есть часть. И моменты совместные, которые у нас будут проходить просто в апреле. Состоится конгресс Русского религиоведческого общества 16-17 апреля, и там уже будут и молодые, и немолодые ученые, и он будет в Казани. Окей. Отлично. Ну, я думаю, еще будут рекламы по этому поводу, да, приглашения будут и так далее. Второй вопрос тоже из разряда уточнений, но мне кажется, он более существенный. Да? Первый уж наполовину шутка, понятно. Там, да. Формальным поводом вот, датировки, да, проведения конференции явилось 150-летие выхода в свет статьи Эдварда Тейлора «Первобытная культура». Да, книги. Книги, извините, да. Честно вам скажу, что я не читал, конечно, этого труда, но в Википедии, слава богу, доступно. Я посмотрел, кто такой Эдвард Тейлор, о чем он там вообще, над чем работал, какие идеи проповедовал. У меня возникло такое странное ощущение. Человек 150 в середине 19 века, да, изложил какие-то свои взгляды. Вот такой дарвинизм в культуре, да, вот как культура строилась, какие роды, виды, как это все было. Но это же, в общем, не о религии в основном. Хотя понятно, что религия – это часть культуры, да, человечества. Это, во-первых. Во-вторых, он до сих пор актуален? То есть вот те идеи, которые он высказан, они как-то резонируют с существующим в обществе положением, с нашими воззрениями, ощущениями? Если кратко, то сама по себе эволюционная парадигма, эволюционный подход в религоведении, он критикуется, есть разнообразные традиции оппонирования этому подходу, но он продолжает сохраняться. Эволюционизм — это один из вариантов трансформации, который касается в данном случае и методологии рассмотрения религии как части культуры, о чем вы сказали. И поэтому здесь скорее для религоведов важна методологическая составляющая и вот этот вот аспект эволюционизма, относительно которого можно соглашаться, не соглашаться с ним, но относительно которого идет какое-то самоопределение подходов к тому, как меняется религия в мире. И поэтому здесь вот такая дата, одна из важных для религоведов, не самая важная, но в целом именно для культурно-антропологических исследований, в том числе и религии, это, конечно, значимая дата. То есть речь идет о том, что религия эволюционирует примерно так же, как другие составляющие общей культуры человека? По-своему. Понятно. По-своему есть свои особенности у каждого из аспектов. И Тейлор и его последователи предлагают некую методологию эволюционирования. То есть священнослужители могут взять это на вооружение и какие-то конструкты выстраивать? На самом деле выстраивание конструктов — это тот аспект, который должен учитываться в современном эволюционизме. К слову сказать, я скорее сторонник как раз конструкционизма, а не эволюционизма. И в этом плане тут важен для меня Тейлор и эволюционисты как именно вот референтные фигуры для критики. Но в целом, я говорю, это повод как раз обсудить вот эту вот вещь, это дата, моменты, связанные с эволюцией. Оно и точно, религия трансформируется и изменяется, и по внутренним мотивам, и в связи с тем, что наше общество является обществом модернизирующимся. Хорошо, спасибо большое за пояснение. Следующий вопрос, наверное, относится уже ко всем участникам, и, может быть, Рустам Хазрат и отец к вам в большей степени, чем к Александру Павловичу. Но это не исключает вашего ответа, естественно.
Вот когда мы говорим, ну или вот участники конференции заявили тематику там религии и наука, мы сейчас немножко коснулись вопросов взаимоотношений, да, но я поставлю вопрос, может быть, более плоским образом или упрощенным. Мы все-таки, да, это видеопрограмма, это телевидение, это стрим, мы не можем углубляться, мы уже начали углубляться в терминологию и так далее. Так вот, что на что больше влияет? Такой полудетский вопрос. Вот, религия на науку или наука на религию? Применительно к разным, да, к мусульманской уме, там, к буддизму, может быть, к православию. И если вы обозначите, я попрошу каждого из вас, да, выбирать, может быть, с вас начнем устав. Я поступил батюшку? Нет, конечно, пожалуйста. Давайте. И после того, как вы выскажете, вот, что на что, почему еще, да, хотелось бы понять вашу точку зрения. Ну, конечно же, здесь можно... Этот вопрос, он, наверное, испокон веков будоражит весь народ, что на что влияет, что кому указывает путь и где кто кому противоречит. Это, конечно, болезненный вопрос изначально, возможно. Но давайте мы вспомним религиозную историю. Mm-hmm. Да, что в православии, что в исламе, что в буддизме вообще человечество, как, откуда зародилось, как появилось. То есть мы, понятно, любая религия, верование, мы сразу противоречим теории Дарвина, так как и он сам впоследствии отказывался от нее, что все-таки первый человек, созданный Всевышним, это Адам и Ева, и Всевышний сам обучает Адама, да, то есть первые научные знания, которые пришли Адаму, это дарованы самим Всевышним. То есть прямой урок. Вот то, что он даровал научные знания, это очень свежий взгляд, мне кажется. Да? Как-то... Ну, это очень прекрасный взгляд. Хорошо. В дальнейшем. Ну, здесь можно ссылаться на стихи Курана, допустим, когда обращаются ангелы к Всевышнему, и Всевышний говорит, а вот перечислите название там, каких-то вещей, ангелы отвечают. О Всевышнем мы, говорит, знаем только то, что ты нам обучил. Этого мы не знаем. А Адаму он обучил это. И Адам начинает там ангелам объяснять, это то-то, это Адам. Да, и вот в таком ракурсе. Так он открывает для них вечный мир? Ну, я бы не сказал вечный. Человеческий мир, он не вечен, к сожалению. Вечный. Вечный. И после чего уже он приходит на землю, и те познания, когда согрешили, когда покаялись, и когда он обращается, Адам Всевышнему, говорит, я, говорит, знаю, да, то есть уже больше религиозный вопрос, что можно, что нельзя. Да, то есть Бог передает же не только какие-то материальные знания, но и духовные. После чего он говорит, из твоих людей, из твоих детей будут выбираться посланники, которые будут доносить знания до человечества, именно духовные. Да? Понятно. Хорошо. Отец Александр, ваш взгляд на... Я думаю, что влияние обоюдное. Мы не можем сказать, что религия не влияет на науку. Я сейчас поясню, почему. И также мы не можем сказать, что наука не влияет на религию. Смотрите, возьмем научную сферу. Почему мы не можем ставить опыты над человеком? Почему вот кто-нибудь из наших зрителей... Пусть задумаются, почему мы можем ставить опыты над мышью, над обезьяной, но не над человеком. Теоретически, не, да? Ну, теоретически. Почему это на считается бесчеловечным? Да, но это считается негуманным. Почему можно над мышью, можно над обезьяной, но нельзя именно над человеком? Если почему? С точки зрения науки, это просто как бы лысая эволюционирующая обезьяна. Да, лысая, совершенно верно, почему, я согласен. Почему вот над этими животными, да, можно, а вот именно над ними нельзя? Потому что мы верим, что человек — это нечто более ценное, чем обычное животное. Или принципиально ценное. Да, или принципиально другое, или более ценное. То есть у нас к нему религиозное отношение. Потому что логично, если рассуждать, то было бы вполне себе справедливо в целях спасения общества брать и ставить опыты. Но мы не ставим. Мы считаем, что даже над заключенным мы не можем их ставить. Даже над последним, простите, да, морально падшим человеком мы не можем.
потому что у него есть некая ценность, которую мы не можем отнять у него. И поэтому, если и эта ценность, она религиозна. Именно религия сегодня стоит в базисе вот такого отношения к человеку, как к, нечто, как к чему-то более сверхценному. Доктор Менгеле, ну и другие люди, которые ставили эксперименты, смертоносные эксперименты над людьми в годы гитлеризма, он ведь, по-моему, был верующим, он был протестантом, и это отнюдь не помешало. Это раз. Угу. Второй аспект. Мы знаем достаточно большое количество примеров, когда Кох прививал себе палочку Коха, Пирогов прививал себе, то есть рискуя. Люди же ставили эксперименты над собой. Да. Одни люди над другими, другие люди сами над собой, угу. и ничто их не остановило. Смотрите, в отношении фашизма мы видим как раз-таки преобладание логики над религиозностью. То есть мы видим, что в целях спасения нации, в целях нашего величия, и это сухая логика, страшная, угу. бесчеловечная, угу. но это логика. Угу. И он выдает, и в целях достижения высшей цели, спасения нации, прорыва в науке, мы ставим опыты, отвергаем вот это вот видение человека как нечто, некого сверхценного. Я над собой могу ставить опыты, но даже над собой, я даже себя жизни не могу лишить. С точки зрения законодательства, даже Российской Федерации, я даже у себя не имею права эту ценность забрать. Нет, ну самоубийство не касается. Ну, то есть, в уголовном порядке. Церковь осуждает самоубийц, это понятно. Извините меня, пожалуйста, а логика откуда взялась у людей? Если все дал Бог, сущий, Всевышний, так и логику он дал. Почему одним люди руководствуются рацио, сухой логикой, бесчеловечными какими-то принципами, другие этого не могут делать? Мы немножко сейчас уходим от заданного вопроса о взаимовлиянии религии и науки, но если коротко можете ответить? Конечно. Давайте. Если говорить очень коротко, этот принцип молотка. Я могу дать вам молоток, вы можете забить им гвоздь, а можете прибить человека. Разум — это оружие. То есть от дьявола тут ничего нет? Его использует человек. Человек может использовать... Логика от дьявола? Нет. Логика — это инструмент, с помощью которого мы можем познавать мир или с помощью которого мы можем разрушать самих себя. Только инструмент. Понятно. Понятно, спасибо. В общем, вот два ваших ответа. Вы начали, если можно так выразиться, с азов, я надеюсь, я не богохульствую, да, то есть вот с основания, с возникновения мира, в котором мы живем. Вы актуализировали это вот уже на противоречиях, ну, скажем так, 20 века, да, может быть, да, то есть вот как это все... Но я все-таки не то, что не удовлетворен, мы же не на экзамене, да, мы просто разговариваем. Я не очень понимаю, не до конца понял. Может быть, я неправильно сформулировал. Вот смотрите, Божье слово несется откуда? Самвона, да? Там, или как правильно сформулировать, Рустам Хазрат, вот в мечети от с чего? Минбар? Минбар, да. Минбар. Там у буддистов там свои какие-то обряды. И это одна сторона дела. Потом наступают 20-е годы, возникает радио. И мы, если мы посмотрим на США, самым примитивным, да, но тем не менее образом достижения науки и техники врываются в церковь. Массовое распространение получает радиопроповедничество. Наступают 50-е годы, массовое распространение телевидения, появляется, как их называют, телеевангелисты. Да? Но опять это феномен в основном США, да, не очень развит во многих других странах, но тем не менее. А в те же 50-е годы, я помню, был мальчишкой, ну, 50-е годы я совсем уж был сопляком, извините меня, а вот чуть постарше, да, и я в каком-то там журнале, в «Ровеснике», в чем-то таком читаю, что там, там вот в протестантских церквах там теперь поют там рок-н-ролл, там госпелы, там исполняют все. И так как это был атеистический Советский Союз, конечно, в этой статье подвели мгновенно базу, что вот безверие, вот оно к чему ведет. Они теряют аудиторию, там уже никто не ходит, они вынуждены завлекать вот таким вот образом.
Но как ни крути, они же это делают. Да? А вернемся в Россию. Да? Даже я не говорю про эпоху СССР. Понятно, там смешно было бы даже так ставить вопрос. Но вот сейчас вроде бы сняты какие-то здесь препоны. Идеология вообще исключена. Не только марксистско-ленинская из Конституции. Предполагается, что ее нет, что вы в каком-то таком... сферический конь, да, где-то мы живем без идеологии, ничего себе, да, но это ладно, но вот эти вот достижения науки и техники, почему они у нас не воспринимаются? Ну, я знаю, что есть, вот простора, телевидение, да, та сфера, в которой мы сейчас, есть канал Спас, да, православный канал Спас, есть Алиф ТВ, если мне помню. Хузуртова, Алиф ТВ, да, да, два, и... Простите меня великодушно, отцы святые, но, по-моему, ни тот, ни другой, ни третий канал не пользуются какой-то вот такой популярностью, которой, казалось бы, должны пользоваться. Потому что мы, оказавшись без господствующей идеологии, без государственной идеологии, да, без идеологии построения коммунизма, мы превратились из общества ценностей, как бы то ни было, Советский Союз, это было все-таки ценностное общество. Мы превратились непонятно во что. И вот в этой ситуации свято место, пардон, пусто не должно быть. Говорят, что оно не бывает. Я немножко перефразирую, не должно быть. И казалось бы, это та ситуация, когда свет веры, когда религиозные институты должны, вот, ну, я не люблю этих агрессивных словечек, но тем не менее, вот, ворваться, вот, заполнить собой, да, завоевать или там заполонить, вот настроить, направить, да, подбодрить, в конце концов, людей, многие из которых были просто подавлены, растерянными, если мы вспомним, это вот 90-й, 91-й, 92-й год. Но этого, с моей точки зрения, не произошло. Вот к чему я подводил, это такой там тройной, с тройным дном, на самом деле, вопрос-то был, уж вы меня извините, а взаимодействие религии, науки, через достижения науки и техники. Второй вопрос мы чуть продолжим, да, потому что есть обратная сторона, да, как религия влияет на этику ученых. Да, если позволите, я попрошу вас тоже по этому поводу высказаться, но пока... Вот ответ вполне конкретный. Как так получилось? Возникла возможность у церквей любых вероисповеданий, когда в Советском Союзе, во-первых, он сам разрушился, во-вторых, ушла государственная идеология, возник вакуум. Возник вакуум, причем вакуум, засасывающий в себя людей, ломающих себя людей. И что? Что религиозные институты? Рустам, ну, здесь, конечно же, да, с большим опозданием, к большому сожалению, но вот последнее, что последний год, пандемия, она хорошо встряхнула нас и религиозных деятелей, и мы узнали множество новых слов, как и онлайн-вещание, да, как и различные ныне, когда вся молодежь, к сожалению, как бы это ни было, что она уже в IT, в телефонах, в компьютерах, то вот спасибо нашему муфтию Камиль Хазрату, он стал семимильными шагами вот этот вакуум стараться заполнять. Да? Даже то же самое Священное Писание, которое буквально вот переведены недавно, да, еще раз на русский и татарский языки, тут же сделаны программы для... А религийный день, извините... Не, у нас же как бы такая... Ну да, у вас, да, нет, да, иерархического устройства. Мы заговорим за Татарстан. Хорошо. То есть и Камиль Хазрат вот разработали приложение, да, где уже любой желающий, даже Священное Писание уже можно не хранить в бумажном виде, да, а именно может использовать и в телефоне, где бы он ни находился. То есть можно скачать мобильное приложение с чем? С сурами? Полностью Куран, переведен на русский, на татарский, также в оригинале на арабский язык, где будет и звучание, и все остальное. Это есть уже, доступно, да, 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 прекрасно. Да, вот, да. Вот то есть и множество других, вот мы мусульмане, мы привязаны, допустим, по временам молитв к солнцу, да. Да, в зависимости от солнца, у нас пятикратная молитва, то есть разработаны уже программы, спасибо именно институту, да, спасибо КФУ, так как совместно разработано, высчитано, и программа уже
существует несколько лет, то есть у каждого в кармане, как только наступает время молитвы, он пик-пик и запищал, там прозвучал азан или что-то, идет уже своеобразное. Ну, электронных намазлыков нет еще? Есть, есть, уже тоже, вот пандемия. Пандемия, потому что мы до сих пор, вот мы в мечети проводим, допустим, занятия научить намазу за 1 час, каждый же представляет это большое, и я представлял себе, что вот такая шпаргалка, намазлык, где написано, и любой желающий вот встал и может подглядывать. Наша молодежь шагнула дальше, и действительно, этот намазлык, он уже стал своеобразным таким, как экраном, где прям уже подсказка, где должны стоять руки, какие слова должен произносить уже вот, электронный намазлык. Это все, как говорится, продукты, извините за опошление, да, татарстанские, или это распространено по всей России? Электронный намазлык не наш. Не наш. Да-да. А что электронные писания, они были, да, вот там и в Америке, наверное, первыми все-таки они ввели, а здесь уже на наших родных языках это наше. Ну, адаптировали, да, да, на нашу почву. Ну, да, интересно, интересно. Это частный случай, конечно, вопрос-то был, почему религия не заняла того места, которое ей, казалось бы, подобало. Но, тем не менее, давайте это пока по частности пройдемся. Ваши технические инновации. Я хотел бы сначала коротко на сам вопрос ответить. То есть, почему не заняла? Потому что тут двоякий ответ. С одной стороны, традиционные религии, они консервативны. А это значит, что человек, особенно служитель, он относится с легким подозрением ко всему новому. То есть с осторожностью. Это же вообще свойство разумного человека, сомневаться, да, ну как-то вот думать, надо ли, не надо. Я понимаю, поэтому мы в этом плане, любая традиционная религия, на любое новшество, технологическое, социальное, любое, смотрит с недоверием. Сначала проходит какое-то время, церковь, любая, даже просто религиозная организация наполняется людьми, которые это используют. Эта религиозная организация переваривает, нужно это или не нужно, опасно это или нет, и после этого уже либо это органически вливается, к примеру, в православную церковь, либо это отвергается. В качестве примера, раньше люди, которые наполняли храм, они далеко не всегда знали богослужение. Православное богослужение, оно имеет массу отсылок к Библии, оно очень символичное, и человека, который только что пришел, ну, сложновато, действительно, порой бывает воспринимать. На русском его. Сейчас на проповеди? Проповеди или, на русском, но на богослужение на церковнославянском. На церковнославянском. Так вот, сегодня есть масса приложений, которые помогают понимать богослужение. Там есть переводы, там есть описание священных действий, да, описание, что это означает и так далее. То есть человек приходит, он может вовлекаться. И что это повлекло за собой? Это очень интересный момент. Молодежь, которая приходит в церковь, она привносит с собой вот эти новые технологии, и они благодаря этому более осмысленно участвуют в жизни церкви. Новые технологии, вот это желание молодежи более осмысленно участвовать, более активно участвовать в жизни церкви, в богослужении и так далее, оно порождает вот это внедрение технологии в жизнь церкви. Эти приложения, их тьма. Огромное количество, чтение священного писания, участие в богослужении, разные варианты. Если раньше, чтобы тебе понимать богослужение, нужно либо самому изучать, либо иметь книгу, где это описано, то сегодня можно иметь смартфон. Ты открываешь, и там все у тебя есть. Это, ну, действительно поразительно вовлекает человека в процесс, когда он может понимать, стоя вот здесь, все, что происходит. Это хорошо, в принципе, я так понимаю, вот по вашим словам, да? Я правильно понимаю, что вот молодежи много, много сейчас, да, в христианских церквах? Я не скажу, смотрите, я прошу прощения. Да-да. Смотрите, я бы сказал, что, я не сказал бы, что у нас молодежи много или мало, я думаю, что подсчетов каких-то сложно пока провести. Нет, ну вы же вот видите, но там, когда службу ведете, я думаю, кто ваша аудитория? Я думаю, что молодежи вот нулевые года было не так много, сейчас я вижу, что молодежь интересуется религией.
И этот интерес особенно порожден, допустим, социальными сетями, активностью церкви, священнослужителей в социальных сетях. Да, они, да, я сейчас задам вам вопрос по этому поводу. Они интересуются, молодежь идет. Я не скажу, что ее прям очень много, потому что я тогда совру. Ну да. Вот. Я понимаю, что молодежи мало, но молодежь есть, и я вижу, как она интересуется и приходит в церковь. Окей. Второй уточняющий вопрос в связи с этим. Вот мы сейчас заговорили о гаджетах, о массе наставлений. Я, пусть меня простят телезрители, кто там стрим, может быть, или на YouTube смотрит. Ну, для меня это действительно новость, что огромное количество таких приложений. Я думаю, что мне мое невежество в этих вопросах простительно. Но, по крайней мере, я удовлетворил свое любопытство и, может быть, сообщил что-то новое тем, кто нас смотрит. Но возвращаясь к теме вот этих вот гаджетов, да, вот вы сейчас прям с воодушевлением, это так вообще радует, когда собеседник вот проникается, он так воодушевлен, это совершенно другой градус восприятия у тех, кто смотрит, слушает. Ну, не мне вам говорить, да, о том, как это действует, вы работаете с людьми. Так вот. В те времена, когда кроме телевизора еще ничего не было, да, никаких гаджетов, многие исследования показывали, говорили там, ребята, ученые там высказывались в популярных изданиях, непопулярных, вот электронно-лучевая трубка, там она излучает там бета, там какие-то бета, там вот электромагнитное излучение, знаете, как они действуют? Так и они заставляют вас задремать. Потихоньку. Это первое. Второе. Информация, которая преподносится с экрана телевизора или с экрана кинотеатра, да, это информация, которая уже обработана. Вам фактически дают Макдональдс. Да, вам дают бургер, чизбургер там, и так далее. Вам только нужно в лучшем случае разжевать, а некоторые уже в таком переобразном состоянии, что глотнул и все, и засыпай, кимай. Почему я об этом говорю, я надеюсь, понятно, да? Я бы вот не стал сожалеть, что нет книги, нет писания, нет Корана. Вот здесь, вот с текстурой, с бумагой, которую нужно открыть. Что нужно приложить усилия, работу ума для того, чтобы усвоить и воспринять, что там написано. Я, когда смотрю на этих ребят, вот, ну, здесь, там, в Москве, в Казани, неважно где, в общественном транспорте, в метро, например, вот они сидят, вот так вот, да, вот, да, визуально, это же молитва уже, да, вот они ручки сложили, все, ну, правда, конечно, колотят при этом, особенно девочки, одним пальцем. Но тем не менее, и вот ряды этих ребятишек, да, молодых людей, вот они, уткнувшись туда, они не отрываются. Они не отрываются. Мы с вами всерьез полагаем, что они смотрят пособие по что-то там про суры Корана, что-то про Новые и Ветхие Заветы. Я возвращаюсь к вопросу. Так в чем проблема? Почему церковь не заняла? Я попрошу вас сейчас подключиться, да, потому что должна быть еще светская оценка. Почему не получилось занять эти пустоты и сделать торжеством? Вы понимаете, не просто проникнуть. Ну, это понятно, что, ну да, я согласен с отцом Александром. Я чем сам старше становлюсь, тем тоже больше думаю о религии. Это, наверное, то и возрастное, да, в каком-то смысле. Но не торжество. Вот я о чем, да? В чем? Да, я бы хотел привести такой интересный пример, который, конечно, не от истоков времен, не от Адама и не про современность. Пример, связанный с тем, что наука современного типа не само знание, да, чего-то истинного, вот какого-то положения дел, а способы его оформления, способы размышления, где рациональность стоит на первом месте. Этот подход к науке, он появляется в 17 веке, и обычно мы привыкли воспринимать этот процесс начала формирования, там, доминирования рациональности в обществе, связывать с противостоянием религии и науки.
Вы имеете в виду эпоху просвещения сейчас? Да, предпросвещение, да, и просвещение. Предпросвещение, да. Но если мы посмотрим внимательно, то это показывают такие замечательные исследования в Германии, которые принадлежат Хансу Блюменбергу, или у нас в некоторых аспектах это работы Алексея Федоровича Лосева, то мы увидим, что ученые, которые являются знаковыми для того времени, то есть если взять предпросвещение, ранний модерн, это Декарт с известными декартовыми координатами, это Галилео Галилей со своим телескопом, Коперник, да, который им предшествует, чуть позже Ньютон, то мы увидим, что они фактически выполняют такой социальный заказ религиозного характера, который заключается в необходимости доказательства благости Бога в силу рационального устройства мира. То есть позднее Средневековье подходит с огромным конгломератом проблем как в католицизме, так и в появившихся протестантских направлениях. И вот в этой ситуации, которая оказывается рациональной, чревата войнами, появляется действительно участие людей верующих, потребность в том, чтобы у интеллектуалов верующих доказать, что мир разумен, что мир устроен разумным Богом, в итоге чего мы видим, что четверть... текстов собрания сочинений Ньютона — это труды по физике. Но три четверти — это его богословские труды. Ничего удивительного, яблоко-то ему из Эдемского сада на голову упало. Ну, это сестра, это только сестра рассказала. Если говорить о вот этой вот задаче, да, то ну, Коперник священник, его задача да, как-то выяснить все-таки вопрос о том, как разумно, как просчитать то, что устроено Богом, раз человеку Богом же дан разум. Бог не может быть обманщиком. И вот это доказательство является одной из причин появления науки нового времени. Дальше идет конфликт. Да. Дальше идея чуда, сверхъестественного вмешательства, она начинает мешать ученым. Да. И вот этот вот конфликт, он задает тенденцию секуляризации. То есть отхода от религии в культуре или уход религии в частную сферу. Религия перестает быть фактором политическим, перестает быть фактором экономическим. И в итоге в современности мы как бы должны были бы иметь действительно общество, которое полностью отошло от религии. Вне зависимости от того, советское это общество гипериндустриально-американское и гиперинформационное современно-американское. Но мы видим, что... да и Европу тоже мы здесь можем взять как такого одного из флагманов, в целом Западную Европу, да, как флагман индустриализации, модернизации в целом, да, информатизации, то мы видим, что в определенный период, примерно начиная с 80-х годов, религия приобретает все больше и больше значений. И то, что мы видим, например, в США, действительно лидер рациональных индустрий и одновременно один из... одна из стран, где религиозность имеет очень большое значение, и здесь возникает ощущение, и мне кажется, это ощущение правильное, что рост рационализации ведет к потребности в том, чтобы эту гиперрационализацию, гипертехнологизацию общества компенсировать интересом к иррациональному, интересом к тому, что не связано вот с земной жизнью, с логикой как раз. И вот этот вот процесс, он многими определяется как процесс формирования постсекулярного общества, где религия, несмотря на вроде бы формальную тенденцию вытеснения религии, ведет к интересу к ней. Но я обратил внимание ваше на понятие, обращу ваше внимание на понятие иррационального. Потому что интерес к иррациональному — это не значит интерес, не только интерес к традиционным конфессиям. Вот ведь вот. Вспомним, что мы видим в те же самые 90-е годы, когда люди толпами массово идут креститься, идут в мечети после развала Советского Союза, а точнее после празднования тысячелетия крещения Руси, если быть более точным. И действительно был такой мощнейший толчок. Мы видим одновременно Кашпировского, Джуну, Чумака, мы видим огромнейший интерес, да, к оккультизму, так же, как и в США, вот там, вот в том журнале, про котором вы читали, про рок-музыку, мы видим в это же время, в 60-е годы, в 70-е, мы видим
огромнейший интерес к нью-эйджу, который сопровождает сексуальную революцию. И вот в целом вот это движение там детей цветов, хиппи и так далее. То есть вот этот вот момент поиска отдушины, поиска иррационального, он не обязательно возвращает человека, возвращает религиозность. Слушайте, традиционно. Но мы все равно, я во всяком случае, вот послушав вас, я все равно склоняюсь к Божьему замыслу. То есть даже вот в этой сфере психоэмоциональной или психофизиологической получается, что все время выстраиваются сами собой, да, возникают какие-то компенсаторные механизмы. Совершенно или компенсаторные верно, системы. Да. Да, вот мы доходим по маятник, доходит предел рационализма, и ответная реакция возникает влечение к чему-то, ну, вот непознаваемому, да, грубо говоря, непознаваемому, но тем не менее существующему. Да? Очень интересно. Но хорошо, что мы дошли с вами до бесов. Вы ведь, в общем-то, в каком-то смысле сейчас, а то все мы о божественном, а бесы-то, они вот они, мелкие, не очень мелкие, там, они же тоже существуют, насколько я понимаю. Даже исходя из принципа компенсаторного, да, должны существовать, раз существует Всевышний, значит, они же ведь низвергнутые ангелы, да? Ну, с точки зрения христианства, да, насчет ислама, я не... Ну, джинны, да, у нас считается, что это, ну, как бы, сам главный иблис, дьявол, что у нас джиннов. Да? Да. Да, но также, если мы откроем последние суры из Корана, где говорится, и среди людей тоже есть подобие дьяволов, которые призывают к нехорошему. Ну, да. Может быть, просто дьявол заселился в чьи-то возможно. Души. Так вот, к вопросу о бесах, о компенсаторных механизмах, об эволюции там науки и религии. Новая этика, да? Cancel culture движение, да? Требование гендерного равноправия. Это, кстати, не обязательно половое равноправие, там немножко пошире, да? Как мы понимаем. Новая этика, да, я уже сказал, по-моему. Это что? Вот если смотреть со стороны или смотреть взглядом, ну, обывателя, ну, или обычного человека, да, обыватель многие воспринимают коннотации такие негативные. Ну, вот я смотрю, да, читаю, достаточно много читаю, в том числе прессы тамошней, американской. Я иногда думаю, а это не это ведь какие-то секты фанатиков по существу, причем очень агрессивные, да, это требования. Когда меньшинство, да, извращенно понимая, что такое демократия, начинает диктовать правила поведения, выстраивает рамки, ограничивает действия. Большинство или не меньшинство, скажем по-другому, да, как сейчас уже шутят в тех же Штатах, ну, в общем, быть просто белым уже как-то неприлично. Ты должен иметь или какую-то примесь в крови, или какое-то физическое, или там психическое увечье, да, или проблема с половой идентификацией, ну, тогда будет нормально. А просто белый здоровый мужик, ну, это что это такое? Как вы можете прокомментировать вот эти вот явления? Это следствие чего? Это следствие рационализации общества, это следствие перехода от индустриальной эпохи к постиндустриальной, да, там пятый, шестой технологический уклад. И где здесь место классических, назовем их так, да, или традиционных по-другому религий? Вот новые же силы какие-то вмешиваются. Рустам Хазан. Ну, здесь, как бы, возвращаясь к предыдущим вопросам, в одном из изречений пророк Мухаммад, благословит Аллах его и приветствует, он говорит, человек, живя в этом мире, должен быть подобен птице с двумя крыльями. Одно крыло — это духовное, то есть это загробное, там, чтобы попасть в рай. Другое крыло — это этот мир, то есть научный прогресс, все остальное, чтобы это было, оба мира шли параллельно для него. Но в то же время, как вы не зря все-таки вспомнили бесов, вот это второе крыло. То есть если одно крыло сломано, он говорит, птица не полетит. Должно быть синхронно два крыла. И когда мы все-таки отходим от каких-то традиционных верований и больше уже углубляемся в что-то,
далекое от религиозных верований, конечно, появляются вот эти перекосы, которые можно назвать меньшинствами, можно назвать другими словами. Откуда они появляются? Мы что, мы же добровольно вроде бы ни от чего не отказываемся. Мы жили себе. Вдруг приходит какой-то человек, говорит: слушай, малай, ты совсем не прав. Что тут? Я говорю: да кто ты такой? А тут подходит другой. Тоже мне говорит: брателло, да ты это, ты что-то слишком какой-то... Ты что, у тебя обе ноги, две руки, рожа белая, ты что вообще? И я начинаю им подчиняться. А если нет, они мне говорят, что ты нетолерантен, ты неправильный, ты вот такой сволочь. Я подвигаюсь... Насилию. Насилию, да. Моральному, и не только моральному, кстати сказать, зачастую. Откуда это возникло? Вот я что, какой... Вот как, что, кого подтолкнул под локоть? Вследствие чего это? Ну вот я мог бы ответить на этот вопрос с точки зрения именно логики социальных процессов, потому что сама по себе рационализация, которая является лишь инструментом, да, она, то есть вот та самая логика, которую можно использовать как молоток, эта логика ведет к тому, что новые виды техники, новые научные знания способствуют появлению двух таких характеристик современного общества. Первое — это ускоренное устаревание предшествующего опыта, то есть те знания, которые у нас были вчера, они во многом завтра будут неактуальными. Ну, да. И при том, что завтра скорость этого устаревания, она возрастет. И уже не только то, что мы знали вчера, но и то, что мы узнали сегодня утром, оно уже устареет. Это, понятно, утрированная схема, но в глобальном плане это то, что происходит. Второй момент — это момент, связанный с тем, что знания в современном мире и технологии настолько сложны взаимосвязи, что человек теряет всякую опору. Человек ищет что-то устойчивое, и вот это компенсирует, да, в том числе и религии, в том числе и традиционные, которые дают устойчивость какую-то. Но все-таки о меньшинствах. Вот эта вот логика растерянности в знаниях, вот эта вот логика устаревания опыта приводит к тому, что человек, будучи взрослым, он может полностью, если не будет возобновлять свои знания, может полностью отстать от выпасть. Молодежи, выпасть из-за этих социальных процессов, а молодежь обгонит. Обгонит, имея в виду то, что молодежь имеет в этом плане те же права, что и взрослые. Все обязаны учиться. Все находятся в состоянии такой некоторой больше или меньше инфантильности. Ни у кого нет, если это не религиозная сфера, ни у кого нет твердых оснований. И в этом плане, когда все равны, все имеют права на все. И вот это вот заявление, предъявление претензий со стороны меньшинств к большинству, это ситуация как раз того, что да, этот прогресс социальный, он связан и с эгалитаризмом. То есть он приводит к уравниванию. И это как раз способ утвердиться в той сфере, которая является, которая не связана с религией. То есть действительно мы можем говорить о миллионах людей на земном шаре, которые опираются, ищут что-то устойчивое не в религиях, а в какой-то идеологии меньшинства. Александр Павлович, я согласен, я, наверное, с вами даже вот как-то здесь и дискутировать по этому поводу не буду. Единственное только, чего я понять не могу, ну хорошо, эгалитаризм, да, ну да, давайте. Ну, уже, по-моему, лет 20-30 никто, ни одно государство в мире, ну я не возьму там какой-нибудь, может быть, Вануату, пусть меня простят руководители Вануату и его народ. Ну вот, практически нет государств, нет стран, которые отрицали бы, скажем, да, или запрещали
да, то, что там называется однополыми там браками, связями. Я не знаю, патриарх московский вся Руси высказывался на этот счет или нет, но Франциск, папа римский, уже по поводу и экстракорпорального оплодотворения, по поводу однополых браков, и по поводу, ну, в общем, все, уже позиция-то понятна, церковь смягчается в этой части. Почему те люди, которые выступают от имени меньшинств, это ведь не все меньшинства, это как всегда, какой-то авангард, какая-то активистская часть, да? Почему они ведь претендуют не на эгалитаризм, они претендуют на доминирование, на то, что только они правы, только их взгляды истинны. На жизнь, на мир, на людей, на устройство. Отец Иосиф. Я вот как раз хотел попросить, право ответить. Давайте подумаем, откуда началось это яростное навязывание вот этого видения мира. 20 век в первой своей половине подарил миру две страшные войны. О, да. И логика нового мира какая? Просто эти войны, они были вызваны идеологиями. Когда кто-то считал себя выше, чем остальные. Да, вот здесь фашизм. Идеология превосходства, и поэтому, строя новый мир, мы должны что убрать? Национальные границы, в первую очередь, национальный интерес. Мы должны убрать любые идеологии, которые говорят о превосходстве одного над другим. И, естественно, под этот каток попадает религия. Как, потому что религия, представитель любой религии, и это нормально, считает, что он обладает некой истиной, а остальные этой истиной не обладают. Это нормально абсолютно для любой религии. Но он ведь с ними делится? Да. Так вот, в рамках этого нового мира подобные религии, традиционной религии, идеологии, национальные границы, это все то, что мешает нам строить счастливый мир, равных людей. Нам во вы всем. Сейчас кого имеете в виду? Ну, я имею в виду представителей вот этого вот движения, вот. Да, либерального, ультралиберального. Потому что не хотелось бы, чтобы мы с вами оказались в этой компании, честно говоря. Вот есть представители ультралиберального движения, которые утверждают, что к нам этот мир, новый, прекрасный, счастливый мир мешает строить неравенство. Точнее, люди, которые утверждают, что одни хорошие, а другие плохие, одни поступают правильно, а другие неправильно. Все поступают правильно, все хорошие, все прекрасно, понимаете? И вот эта идеология, это форма религиозности, на мой взгляд. Да, я об этом и спросил. Это форма религии, когда как я минимум верю... минимум секта. То есть верю вот в конкретные базисные вещи. И для многих сегодня, кто чаще всего придерживается подобной формы ультралиберального агрессивного движения? Это, ну, молодежь, в основном те, кто пытаются утвердиться, с помощью вот этого утвердиться в этом мире. Как Артем Павлович сказал, что выбивается у человека опора, и он ищет способ. И самый лучший способ утвердиться – это протест. Протест против того, что было вчера. Существующего порядка. Если я в нем не состоялся, у меня, конечно, есть позывы попротестовать. Да, и вот по сути мы приходим к тому, что современное ультралиберальное агрессивное движение – это такая новая форма религии, достаточно агрессивная, которая пытается вытеснить естественным образом или поглотить любую другую идеологию или религию. Окей, скажу не по-русски. Коротко можно ответить с вашей точки зрения у вот этой волны есть перспективы укорениться так же, как в свое время укоренился 500 лет спустя после иудохристианства ислам, так же, как укоренились некоторые другие более молодые религии? Мы не находимся на пороге возникновения очередной глобальной религии. Я считаю, что... БЛМ, вот это вот все, ЛГБТ, т.д.
и потом крестовый поход пойдут на всех остальных. Ну, история это показывала. Ну да, но здесь все-таки я бы различил идеологию политическую и религию. Потому что, да, там, если мы вспомним современников появления нацизма, ну, Бердяев, например, да, там, Сергей Николаевич Булгаков, русские мыслители, которые жили в это время, были современниками этих процессов, они использовали понятие квазирелигии или псевдорелигии, там, Тилих, да, если говорить о немецком богословии, для определения вот таких идеологий, да, фашистской в Италии, нацистской в Германии и советской. Ну, тот же Бердяев, он говорил о том, что истоком русского коммунизма является не Маркс, да, как западный мыслитель, а является коммунитаризм, который характерен вообще для русского народа. Здесь я не буду это комментировать, но самое главное, что это все равно социальные характеристики. Это не характеристики религии. И вот лично я склонен здесь разводить. Я могу сказать, что идеология политическая может на этой почве возникнуть. Но эта идеология, она будет так же, как и коммунистическая идеология, может, точнее, как идеология коммунистическая начать конкурировать с религиями. То есть в этом плане это одно конкурентное поле. Нагорная проповедь и кодекс строителя коммунизма, да, например? Ну вот так поэтому вот. Здесь может так быть вот. И синтез, и, соответственно, отжатие у религии в пользу этой новой политической идеологии, чего-то еще. Но в религию как таковую это превратиться не может. Не может. Не может. Категорично. Рустам Хазрат, с вашей точки зрения? Ну, конечно, не может. Это исторически, даже если уйти за пределы 20 века, мы исторически много видели подобных явлений в преддверии, допустим, даже до Иисуса Христа, да, в других Помпеях, к сожалению. Поэтому это не может и не превратиться в религию. Здесь, наоборот, это фактор, наверное, который объединяет все религии, когда уже мы перестали перетягивать друг на друга одеяло. Какой фактор объединяет, ну, простите? Ну, то, что определенные меньшинства, которые пошли вразрез со всеми верованиями. Не только с исламом, но и с христианством. То есть вот это явление объединит всех остальных? Наоборот, да. То есть это то поле, где мы нашли общий точки соприкосновения, где мы ведем общую проповедь. Поэтому я считаю, что это, наоборот, объединяет верования, которые станут еще сильнее. От противного, да? Да. Отец Александр. Я считаю, что тут ведь дело не только в меньшинствах. Ведь идеологию ЛГБТ поддерживают не только гомосексуалисты. Ее поддерживают, конечно, и люди, да, традиционной ориентации. Почему? Так вот, я и говорю, потому что это некая, на мой взгляд, некая форма, новая форма какой-то квазирелигиозности, да, но все-таки я думаю, что некая форма объединения, да, людей, протеста, самоутверждения, я думаю, что в традиционную форму религии она, конечно, не превратится, но все-таки она, вот возьмем эту идеологию, она основывается на ряде аксиом, в которые люди верят. No. И ради утверждения этих аксиом в обществе они готовы идти по максимуму, да, на захват политической власти, на доминирование в обществе, навязывание всем своей воли и так далее. То есть в этом плане это не просто какая-то идеология расплывчатых масс, это вполне конкретное движение людей. Я думаю, что появление подобного в обществе, хоть и закономерно, это на традиционной религии окажет положительное влияние. В том плане, что каждая религия, знаете как, конкуренция, она всегда приводит все-таки к чему-то позитивному. И когда подобные внешние... Если конкуренты не уничтожают физически. Ну да, да. То есть я считаю, что появление подобного, это, конечно, нехорошо. Но все-таки подобные движения, они будут побуждать традиционные конфессии действовать активнее в современном обществе. На мой взгляд, помимо негативного влияния на общество, вот этот эффект давления на конфессии, он будет все-таки в итоге положительным. Так, и здесь рука Божья.
Но есть еще и техника, которая как раз и будет востребована именно в ситуации этой конкуренции. И здесь просто надо понимать, что я все-таки буду стоять и настаивать на том, что это в форму какой-то религиозности эти движения не оформятся. И одновременно с этим это не значит, что эти движения, например, да, какие-то, которые имеют вполне секулярные светские, да, цели, ценности исповедуют, то они будут переводить просто ту или иную религию в политическую сферу, то есть вытаскивать на политический ринг и воспринимать их как тоже политических субъектов, каким являются эти движения. Так же, как и представители религиозных организаций будут стараться вытащить эти движения, ну, что мы и видели, да, сейчас прямо непосредственно, вытащить на религиозное поле и говорить о том, что да, это религиозные конкуренты. Поэтому здесь все будет зависеть от точки зрения типа риторики. Но самое главное, что конфликт, ну, он уже есть просто, поэтому... Объективно. Это объективно, объективно, да. На минутку вернемся к технике. Может быть, для кого-то это не будет новостью, но я думаю, что для многих все-таки будет новостью. Я хочу сообщить, что участвующий в сегодняшней дискуссии отец Александр, помимо всего прочего, очень популярный блогер. У него более 32, по-моему, да, если 30, или не 35, поправьте меня, подписчиков, тысяч подписчиков в Инстаграме. Вопрос о конкуренции. Я вот почему вспомнил про ваш блог, про ваш Инстаграм. Конкурирующие пишут что-нибудь обидное там вам в блог там... Клеймят, подлавливают и так далее. Хейтят, как сейчас говорят. Вот как раз, да, и, наверное, самый простой способ избавиться от гордыни — это... Завести блог и открыть его для комментариев, правда? Да, отлично. И тогда вам расскажут все, что думают о вас, о вашем начальстве, о ваших детях, расскажут планы на вашу дальнейшую жизнь и что конкретно, как вы будете мучиться каждый момент своей жизни. Окей. То есть ты выходишь, понимаете как, и это, ну, лично для меня это здорово. Ну, то есть щека у вас подставлена всегда. Это не дает сильно взорваться. Но на самом деле это здорово в какой плане. Смотрите, когда я стою на амвоне, я имею определенный авторитет. Я говорю с людьми со стороны авторитета. Это нужно. Но есть люди, которые не придут к тебе именно в пространство храма. Они боятся, у них может быть негативный опыт. По-разному. Есть разные причины. А тут в социальных сетях... Да просто не знают, как себя вести, кстати, да? сказать. Вот, а тут зачастую. А в социальных сетях ты с ними равен. То есть они говорят с тобой не снизу вверх, а как с человеком, равным себе, которого они на нейтральной территории. Это в лучшем случае. Да. И в этом плане они, многие из них, готовы с тобой говорить и открыться тебе, и поговорить с тобой, и рассказать о своей боли, о том, насколько им тяжело. Рассказывают? Конечно. В день я отвечаю порядка на 100 сообщений разного уровня, начиная от того, что, не знаю, там, мне изменил мой муж, и заканчивая тем, что я сделала аборт, там, не знаю, и так далее, и так далее. То есть много боли, много сомнений. Студенты, люди, ну, достаточно преклонного возраста. Ты с ними, они ни за что бы не пришли в храм. Но здесь они с тобой встретились. Кто-то ругает. Кто-то желает смерти, но ты с ним разговариваешь, часть из них одумывается, и оказывается, что он настолько агрессивный, потому что ему плохо в жизни. То есть это, опять же, тот же молоток. Ты можешь построить, ты можешь разрушить. Агрессия редко проявляется, если вообще проявляется у человека, у которого все хорошо. Правда? Опять же, касательно того, что вы раньше сказали, те же самые социальные сети, интернет-технологии можно использовать для деградации. А можно использовать для накопления знаний, для развития. Вопрос, как ты это используешь? Фильтровать приходится информацию. Правда? Да, и включать мозги. Да, и включать мозги. Хорошо, если человек сам в состоянии контролировать свой процесс мыслительный. Рустам Хазат, вы еще не блогер?
Ну, у нас есть тоже Инстаграм. Нет, я имею в виду персональный блог, не ведете? Есть, есть. Есть? Конечно, есть. Ну, вот у вас еще одна поляна для конкуренции. Ну, будем надеяться. Непаханное поле. Я думаю, что вот как раз-таки в этом плане. Непаханное поле. Очень хорошо. Наше время в эфире потихонечку подходит к концу. Если не возражаете, давайте подведем итог. И я попрошу каждого, да, начиная с вас, Александр Павлович, высказаться коротенько, но для того, чтобы была отправная точка для высказывания, мы час с лишним с вами здесь говорим о том, как меняется религиозность, правда, да? И если вы обобщите сейчас, как все-таки с вашей точки зрения, с вашей она изменилась, это будет здорово и хорошо, это подведет черту, но потом я хочу задать вам еще один вопрос. Он однозначно будет провокационный. Не обижайтесь, пожалуйста. Итак, как изменилась, как трансформировалась религиозность в современном обществе с точки зрения светского ученого? Хотя здесь все ученые на самом деле. Но тем не менее. Я полагаю, что, говоря о религиозности, мы имеем ситуацию действительно возникновения такого общественного поля, где религии оказываются не только и не столько конфликтными, но в рамках даже конкуренции взаимодействующими. Mm-hmm. И при том, что это взаимодействие одновременно с этим поляризует вот, все больше и больше среду секулярную и среду верующих. То есть в этой среде, извините великодушно, что перебиваю, трансформация религиозности общества. Эта религиозность, во-первых, в какую сторону трансформируется, во-вторых, ее становится больше в обществе, меньше, она на прежнем уровне. Вот эти нюансы. Чисто количественный момент, то ее больше, в целом, да, в мире по сравнению с тем, что мы видим, например, в первой половине, середине 20 века. Угу. И даже чуть-чуть позже. То есть это, и при этом эта тенденция, начиная с где-то 1990-х годов, при этом по всему миру, а не только в Советском Союзе, бывшем Советском Союзе. Если говорить о направлении, то в первую очередь это поляризация взаимных отношений между сторонниками тотального иррационализма, сторонниками рационализации религии. То есть внесение синтеза науки и религии, например, да, как частный случай, и тех, кто совершенно не приемлет религию. То есть здесь происходит такой процесс все большего осознания собственной позиции, более четкое осознание собственной позиции. Да, я вот сторонник оккультизма, я сторонник православия или ислама, традиционных религий, которые высоко ценят рациональную современную технику, науку, или я вообще человек с светский и считающий себя способным опираться только на научное знание, неприемлющий. Здесь это к рационализму. Это к рационализму. Понял. Хорошо, спасибо. Все-таки базовые ценности, да, в исламе, они остаются теми же. Но в процессе научного прогресса, в процессе прохождения времени, ислам использует все современные инструменты, пусть это инструменты 20-го, 21 века. Здесь сама вера, она не может измениться. Вера остается базовой, а вот способы донесения, конечно, меняются. В связи с тем, что вы сказали, что вера не может измениться, те люди, которые называют себя салафистами и говорят, что у нас чистый ислам, и мы к нему прибываем, и ханафитская ветвь, например, это не изменение веры? Нет, сектантство, оно, к сожалению, было. Это, вы считаете это сектантство, да? Да, проявление салафизма и сектантства. Допустим, правовые школы, как Абу Ханифа, имам Малик, имам Шафи, это правовые школы, которые относятся именно уже к самому исламу. Понятно, спасибо большое. Отец Александр. Я считаю, что само учение церкви, допустим, православной церкви, традиционных христианских церквей, оно вряд ли будет меняться. Хотя это, конечно, вопрос по папе Франциску, но там очень обтекаемый, об этом очень долго можно говорить. Да. Он говорит весьма витиевато. Но в целом могу сказать так, касательно православной церкви, ее вероучение меняться не будет.
иначе это будет порождать массовые внутренние расколы и все прочее, но это не, на мой взгляд, это нереально. Но у нас уже был Никон. Ну вот. Но входящие в церковь люди из общества, они благодаря развитию этого общества будут ставить все больше вопросов для церкви, будут повышаться требования к церкви, к священнослужителям, они будут больше, больше, будет возрастать ответственность за каждое сказанное слово, за все, что ты сделаешь, будет возрастать медийность церкви, освященность всего, что там есть. С другой стороны, изнутри будет возрастать вовлеченность людей, мирян, в саму жизнь церкви. Поэтому, на мой взгляд, будут изменения только положительные, при том, что само учение церкви меняться не будет, будет меняться форма подачи его. Понятно, да, 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 наверное, так, да, да. И в завершении просьба ответить максимально коротко, насколько возможно. Я не говорю «да, нет», но тем не менее, максимально коротко. Тот вопрос, которого мы в течение вот этого вот нашего сегодняшнего обсуждения не касались, но он существует, и он, мне кажется, может лучше понять, почему церковь занимает, я в обобщенном смысле имею в виду не только христианскую, занимает то или иное место в современном обществе. В нашем конкретном, меня больше интересует, как и вас, наверное, да, все-таки наше общество, где мы живем, наша страна. Институты религии, религиозные институты и светская власть. Давайте с вас начнем, если не возражаете. Да? Конечно. Это позиция институтов к светской власти, это что? Это лоялизм. Это оппонирование, это ситуативность. И тот же самый вопрос. Согласно учению церкви, священнослужители, клир, должны быть аполитичными. То есть они не могут занимать ту или иную политическую позицию. При этом, к сожалению, мы не можем говорить, что аполитичны абсолютно все. Каждый священнослужитель, вот искушение вот это определенным образом испытывает. В современном обществе церковь сотрудничает с государством там, где это необходимо. Кому? В первую очередь церкви. Угу. Например, в социальном служении. Социальное служение, допустим, больницы, кормление бомжей, там, в образовательных, допустим, моментах. Аналогичное сотрудничество есть, как у любой другой конфессии, у любой другой некоммерческой организации, в принципе. При этом мы до сих пор в рамках меняющегося общества учимся, как это делать правильно. Как делать так, чтобы и дистанция соблюдалась, и при этом, чтобы было нормальное, адекватное сотрудничество в рамках этого общества. Без ошибок тут никто не может обойтись, потому что мы все люди. И я человек, и любой другой человек может ошибиться. Но церковь, согласно ее учению, должна быть аполитичной, но сотрудничать с государством, с любым, в той мере, в которой это помогает ее служению. Угу. А ее служение — это что? Это возвеличивание человека? Это что? С одной стороны, это проповедь Евангелия, проповедь православия. С другой стороны, это помощь людям. Служение людям в том месте, где церковь находится. Окей, спасибо. Здесь, само собой, то есть любой религиозный деятель, он не политик. Мы отделены то есть, по Конституции Российской Федерации, но общество — это и есть государство. То же самое часть общества — это есть верующие мусульмане. Поэтому здесь, конечно же, без помощи государства человек в полной мере не сможет выполнять всех постулатов своей веры. Допустим, недавний вопрос, да, буквально десятилетия назад, когда возник вопрос о фотографировании в платке, в паспорт, mm-hmm. да, общегражданский, mm-hmm. То есть та же самая гражданская Российской Федерации, она получила право, и это большое спасибо нашему государству, правительству, что теперь наши мамы, наши дочеря, жены могут исполнять как бы религиозные постулаты и в платочке сниматься в тот же самый паспорт.
транспорт. Допустим, следующий вопрос, который также государство помогает, это вопрос того, что питание халяль. Да, то есть для нас, для мусульман, принципиально, какую еду мы едим, да, где наши дети находятся, допустим, в садике или в школе, какую еду едят, и здесь обратно правительство идет. Это точки, где вы взаимодействуете с государством, да, умма? Да, да, и в дальнейшем, то есть я считаю, что государство принимает полное участие, если даже посмотреть дореволюционную Российскую империю, когда, если возникали какие-то судебные вопросы, то тут же приглашался именно специалист, богослов, да, который в суде, уже судья его заслушивая, принимал решение, чтобы не противоречило именно канонам ислама, то или иное, допустим, это пусть там разделение имущества после смерти или какие-то там как бизнес-проекты, что-то другое. То есть это было в истории, это есть и в современной истории, я думаю, что да, так и должно быть. Хорошо, то есть вот... обобщая ту часть ответа, которая исходит от уважаемых представителей конфессий наших. Насколько я понимаю, мы не можем сейчас, или вы не можете привести хотя бы один пример, когда церковь или умма там в лице своих иерархов, хотя у вас нет иерархов, да, ну вот, вы оппонировала бы власть, например, по поводу какого-нибудь, с точки зрения морально-этической или с точки зрения постулатов церкви, закона? Можете? Можем, причем, я думаю, что согласятся все аборты. Самый простой пример. Наше государство, оно вполне легально, ну, но с аборты легально. Да. И мы платим налоги. Они были нелегальны при Сталине после окончания Великой Отечественной войны, да. Что интересно. И вот, да. Тут, и вот тут, я думаю, все традиционные религии находятся в полемике с государством, в достаточно принципиальной полемике, потому что с точки зрения христианства аборт – это убийство. С точки зрения ислама – аналогично. Чиновники в государстве нашем, при всем им к ним уважении, считают совершенно по-другому. И тут у нас есть определенная полемика. И церковь, Русская Православная Церковь, неоднократно предпринимала, я думаю, будет дальше предпринимать попытки вывести аборты из той же самой... Из зоны легальности. Да, из зоны, да, легальности. Да. Фетва существует, соответствующая есть? От кого бы то ни было, от имамов? Касательно абортов? Да. Ну, аборты, само собой, да. То есть ислам считает недопустимостью абортов. Может быть, вы кроме приведете еще какой-то пример? Ну, допустим, последний пример – вакцина. Вакцина, да, так. Коронавирусная вакцина, когда вопрос поднялся именно о допустимости, о халяльности этой вакцины. И действительно, советы ученых, наверное, всех духовных управлений были озадачены этим. Они и издали фетвы о допустимости вакцины. То есть здесь вот... Они получили какие-то доказательства, пока, что, ну, вакцина халяльна? Ну, изучалось. Я не состою в совете ученых, чтобы... Я понял. Большое спасибо. Ну, давайте... Мне кажется, здесь достаточно хорошо, особенно благодаря вашему вопросу последнему, да, по поводу того, что есть ли примеры предоставления. Да, хорошо, да. Хорошо видно то, что неоднозначна эта ситуация, да, но есть такое понятие, мне вот вспомнилось, и такое направление исследований, как политическая и деятельность, как политическая теология. То есть это, собственно, представление о том, о том, как представляет власть сама себя, имея в виду, что она является ценностью для самой себя. То есть это вопрос, это то, что связано с вопросом о том, кто является богом в политике, да, кто является сувереном, народ или конкретное, да, да, лицо. И вот здесь вот как раз и возникает момент, то, что вокруг этого бога, в кавычках, да, может возникнуть и возникает своя определенная система взглядов, которая может в данном конкретном государстве совпадать со взглядами конкретных религиозных объединений в какой-то степени, а может расходиться полностью, частично. Если, ну, говорить, понятно, о России, да, то здесь есть пересечения, есть способы взаимодействия, но есть способы и связи, и взаимозависимости. Поэтому тут и способы конфронтации, да, и темы конфронтации.
Все в процессе, да? Да. Все в процессе. Спасибо огромное. Давайте мы на этом, наверное, подведем итог. Я думаю, что были весьма содержательные моменты в нашей сегодняшней дискуссии. И были моменты небесспорные, которые кому-то покажутся небесспорными. Ну что, такова жизнь, если угодно, такова диалектика жизни. Я хочу только напомнить, что это было заседание дискуссионного клуба телевидения Казанского федерального университета. Моя фамилия по-прежнему Алаев, я Юрий Алаев. Спасибо вам всем за внимание, до новых встреч.